Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить Bloodwest. Да, кстати, извините, это будет 14 серия. Кстати, интересно, 14 или 15 серий получится, потому что, напомню, если что, у нас осталось, мы вот сейчас были тут, у нас осталось вот это вот сезона. То есть мы сейчас просто добираем до дороги и идем на... сначала вперед надо будет с дороги пройти, здесь тоже что-то было. Вот, какая-то огороженная территория. Остается вот это вот и финальный босс. И при этом я до сих пор не знаю, что за пушка у меня, блять, вот эта вот охуевшая пушка, которая патроны собирает всю игру. Но мне кажется, что это может мне сыграть на руку, потому что я ее вообще не тратил. Здрасте. А с этой пушки, мне кажется, потом босс отъедет как-то очень быстро даже. Это вполне может быть. Так, у меня же осталась еще одна косточка, да? Да, все прекрасно. Так, что там есть у нас какие-нибудь цветочки? Вроде нет. Так, просто нам, по идее, вот туда. Но здесь же вот тоже что-то есть. Давайте посмотрим. Даже он кто-то ходит, уже вижу. Зомбарь. Ходит зомби. Там-там-там. Ну, в них сложно попасть, они башкой туда-сюда трясут. Да. Кстати, круто, что меня вот в кустах не видать, допустим. Дружеский совет. Не возвращайся из мертвых. Какой молодой человек красивый. Сейчас мы тебя на превьюшечку, но куда-нибудь мы тебя точно возьмем. Я даже пушку тебе твою оставлю. Собачья задница. Я как эти, как седла вижу вот на этих, на... Ну, короче, валяющиеся просто вот так вот, и как будто их куда-то можно взять и надеть. Это после того, как ты в детстве еще прошел отчаянных, все, ты на это спокойно смотреть не можешь, потому что ты сразу думаешь, так, надо взять седло. Надо куда-то его надеть. Ага, барбос сейчас придет покушать. А нахер, хер я сюда залез, ты мне скажешь. Извините, пожалуйста. Не, ну в принципе снайперская позиция, да, согласен. Вполне себе неплохая. По крыше можно туда вот заходить. Блин, можно было наверх бы выбраться, прям сюда, с этой крыши сюда бы пошел. Ну, вроде нет, окей. Кстати, призрачных томагавков я тоже все еще не видел. Только в трейлере. То есть на будущее, опять же, сами будете проходить, если вы все это видите, лучше начинайте, вот я так понимаю, вот сейчас здесь будет и призрачный томагавк, и вот эта вот крутая пушка, которую я всю игру бегаю, ищу. Она все будет тут, поэтому сначала идите туда. А крутой этот револьвер, который вот, с которым я ходил, который специально уже, считайте, выбрал. Вот, он вообще продается, поэтому это как бы от вас не зависит, то есть вы его не пропустите случайно где-то там. Еще записочка. Что-то у нас тут. Прикольно, всякие такие записки появились.
Говорю, я прям запилю видюшку, когда выйдет русская локализация. То есть это не то, что там типа, о, хуй вам, не будет вам никакого русского языка, нет. Сейчас прочитаем, посмотрим, что это. А вот зачем здесь выходить наверх, что-то как непонятно. Я думал, что мы поедем на крышу, из крыши сюда-то, да-да, так-то что. Ну ладно. Еще меня маяк до сих пор смущает. Так, давайте смотреть, что это за ножик. Endless hunger, бесконечный голод. Enemy damage is lowered. А, дамаг врагов уменьшается на 25% на 10 секунд. Так, сколько это занимает? Где-то вот так, да? Сейчас надо сделать вот так. Топорик сюда вот так. Это даже вот так. Не то, извините. Сделать... Вот. Давай попробуем с ним походить, что нет. Надо же разные оружки протестить. В смысле, что это? Ты этим штуками пользуешься давно? Ты не пользуешься в основном, но знаешь о них. Еще записка. Неплохо. Так, записку. Я подобрал записку или нет? I will need that. Капец, тут целый дневник. Так-с, патроны достать, а вот коктейль, видимо, уже у меня не влезет. Хотя нет, влезет. Кстати, прочитанные сообщения. Да, блядь, зависит от меня, непрочитанные сообщения. Кто же ВКонтакте это любит? У вас непрочитанные сообщения. Конечно, мои друзья же настолько отбитые, что если я всю секунду не прочитаю сообщения, я не знаю, вообще нахер меня пошлют и так далее. Нет. Подождут немного люди. Они могут быть в курсе, они в курсе, что я могу быть внезапно, знаете, занят, там что-то делать. Что моя жизнь стоит не только из сидения ВКонтакте, как бы это странно кому-то не показалось. То есть, оп, зомбарь. Ну, вообще, он не сказать, что очень эффективный, этот ножик. Но он довольно быстрый, как, опять же, такой. А, как все ножи, так что... Могу я что-то еще переложить, чтобы освободить место? Ну, допустим, я переложу сюда зубы. Нихуя мне это не даст. Допустим, я сюда размещу вот этот... Вот это как-то вот так. Блядь, здесь все вокруг вот так вот прям собирается. А 15, 10, 8 патроны тоже не стакнут ни во что. Просто записку-то я хочу забрать. Один коктейль выкинем нахер. Это еще дальше его дневник. Угу. Все еще часть дневника. Причем, возможно, наоборот, начало его. Слава богу, какой-то икс сработало.
И, кстати, здесь какой-то проклятый предмет должен быть. Все, окей, тогда мы делаем вот так. А то у меня место уже позаканчивалось, потому что... Так. Так, так, так. Записки сейчас я. Это ножик. Я не знаю, вот, ну, арбалет. Ножик. Так. Ладно, давай ножик я убираю. Он, конечно, неплохой, но... Но я его убираю. Так, убираю записки. Так, у меня, по-моему, еще одна кода. Да. Ага. Вот сюда. Открыть. Вот сюда. Все, поехали. А, стоп. Подожди, а у меня же вроде были еще патроны для пистолета, нет? Окей, ладно. Я не буду сейчас засыпать в церкви, потому что... Ну, то есть, наоборот, засыпать здесь, просыпаться в церкви, потому что это очень долго будет. Опять враги там, опять то. А мне сейчас нужно конкретно в тот закуток, я там остальных всех перебил же. Мне остался только тот закуток. И, соответственно, там что-то есть, какой-то проклятый предмет еще. Это белые вот водоросли или что-то, такой мох этот висящий. Кажется, как будто череп сейчас из воздуха вот этот летающий появится. А нет. Что будет самое смешное, если эту пушку мне в конце череп отдаст. Ну, не сам череп, а свяжется с этим, с ганслингером. Ганслингер скажет, у меня было какое-нибудь легендарное ружье. Вручит его мне и пиздец. Это будет чисто для финального босса. Это будет не очень хорошо, потому что мне же постоянно находятся патроны от него. И ты думаешь, что типа фишка в том, что ты можешь найти оружие под эти патроны. Может, меня что забаговало даже, я не знаю. Ну как? Потом башкой чуть пошевелил. И он еще живой. Stay down. The freak. Let's put these to good use. Окей. Сволочи они все, в общем. Тоже закуток такой. Ну, мне кажется, это ловушка, потому что там могут в эти закутки заходить враги. Ты такой идешь, идешь, вот никого нету. Тут. Опа! Я такой, мама. Ну, естественно. Было бы странно. Ладно, в упор не надо тогда. Ну и он тоже сдох. Я его убил. Это задача mission accomplished, как говорится. Освежающий. Да. Как хорошо, что когда открываешь инвентарь, проще, он начинает продолжать перезаряжаться. Так. Что я хотел-то отсюда взять монетку? Так, ну теперь там кто-то воскрес. Наверное, это в кои-то веки. Где там у нас? Ничего нету. Если тут. Так, это значит...
Наверное, город имеется в виду. Ну, сколько их будет, столько будет. Главное, что надеюсь, что Виндиган не проснется. Ой, не проснется, не респится. Он постоянно на лестнице. Да слезь ты, блядь, с нее! Он застревает и не хочет лезть вниз вообще никак. Все, пошли отсюда. Сволочь такая. Смотрит, он на меня стоит. Whatever gets the job done. О! Здрасте. Let's put these to good use. То есть, в принципе, Виндиган ложится с двух взрывчатых стрел. Но тоже, опять же, вот тратить... Взрывчатые. А с другой стороны, а что их не тратить-то, блядь, что с ними еще делать? Ну это всегда вот в играх, знаете, там вот опять же там этих обители зла в какие-нибудь прочие граждане, думаешь, нет, блядь, вот это надо оставить на опасного врага, прям на самый конец, на самый пиздец. В результате так и ничего не потратив, прошел всю игру, все это в инвентаре провалялось. Вот. Тихо. Так, это... На улице или где враг? Ты мне показываешь, он чуть где-то не тут уже, что он меня даже палить начал. Кстати, сортир, блять, сортир, еще одна записка, балдеть. Farm Diary 04. О, это сейчас надо бы потом не забыть перед тем, как это, ну, короче, где-нибудь под конец игры, в общем. Уже можно даже это без записи сделать, а этот разложить записки по порядку. То есть потом я буду как читать. То есть основные записки там по врагов и прочее, типа хер с ними. Вот, а именно про дневник вот этот фермерский. Надо обязательно, чтобы он по порядку был разложен, а то я так буду его читать до морковки на заговине. Читаю, конечно, ну понял. Чем искать, зато когда у тебя сразу уже все разложено. Я пацанов буду игнорить, наверное, здесь всех. И даже тебя. И главное, те пацаны не воскресли. Мне так не хочется с ним опять возиться. Конкретно. Эти пидорасы воскресли оба, блять. Ну, правда, фактически кот снова-то обоих просто, что ли? Ну, блядь, не знаю. Так. А, и Виндиган пропал, да? То есть, ну, труп его, в смысле. То есть, прям вот так, да? Тихо, 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 тихо. Так, а ты давай вот так вот. Отлично. Так, хорош, уже нету крови, ты что ты? Так, ну что, еще кто-то тут есть? Вроде бы нет. Вход в пещеру. Так, а вход в пещеру это вот... А, то есть... А, мы такие заходим сюда, вот здесь, вот эта вот сама пещера, вот она обведенная вот так, да?
Где только входа сейчас будет одна, там вот внутри и около другого выхода. И потом можем вернуться сразу вот сюда, в наш этот. Окей. Can always do with some more bullets. Мужик, остановись, пожалуйста. Ты хер с ним, подумаешь, плюнул. Она плевать, она плевать. Мне реально интересно, где призрачный томагавк. Это прям вот... Где еще? Кто здесь? Это тоже. I'll stay down. Ой, извините, пожалуйста. Извините, что потратил на вас хорошие патроны. Так, блин, что ж так неудобно, да? А, вот, по идее, это закуток просто. Да-да-да-да-да. Только вот тут как бы... тут нихуяшечки нет. Я прям вот как бы тут... Нет, не тут. Значит, окей. А вот здесь я смогу наверху? Нет, наверное, оказаться, да? Окей, ладно, сюда я не могу. Пойдем прям по порядку. Подожди, а здесь что? Что же за куток просто? Или куда-то дорога? Нет, тут тоже за куток. Все, отлично. Значит, просто сейчас мы посмотрели, по закуткам пошарились. Ничего не нашли. И идем... Напрямки. Значит, там внутри все ответвления будут уже. Бля, чё? А, это с горбом, это здорово, чё я тупой. Угу, ещё один. Тихо, 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 как ты меня заметил? Ты чё, дурак? Ты же снизу, я наверху, меня вообще не видно, я невидимка. Нет? Get back to hell. Отлично. Ладно, 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 пошли. Так, что мы сюда? Зубы, как обычно, все переложим. Кажется, зубы тоже уже пора не собирать. Просто потому, что смысла в этом... Смысла в этом ноль. Что еще можно сюда переложить? Можно одну монетку сюда убрать. Она ни там, ни там не мешает. Ну, а, записку, записку, да, записку я уберу сразу. Кислотные эти штуки. Вот эти штуки почему-то кислотные. Ну, типа, это тоже на зуб. Понимаешь, вот это железа, но она выглядит как зуб один в один. Почему-то вот... вот... Железы не стакаются, зубы стакаются. Вот почему? Как? Что? А? Непонятно. Да, бля, я все по привычке. А где? Я ничего не могу понять. Он вроде как
тупо где-то вот здесь этот предмет еще один, но где он? Здесь что ли где-то? Еще где-то ниже что ли? Может, тут внутри тоже какая-то есть такая, потому что здесь ничего не видать. Но предметы тут довольно такие заметные, так что. Теперь в шею куда-то попал ему. Пиздец, по нему вот выпустить всего надо, да? То есть он, то он с одного болта в голову ложится, то значит начинается вот эта вся херня. Let's put these to good use. Присоединить. А, ну может где-то вот так вот под водой можно, ну не под водой, вы. Крокодил, наверное, да? Так вот туда можно пройти. Куда ты попал, скажи мне, пожалуйста. Куда ты попадаешь по нему, блядь, объясни мне, урод, блядь, ты тупой. Серьезно. Капец, конечно, арбалет какой-то бесполезный временами. То он прям имба-имба, а то ой. Плюс он то и дело стреляет, сука, блядь, по какие-то в стены. В стены куда-нибудь. Обычно томагавк, ладно. Блядь, томагавк я тоже брать не буду. И зубы не буду брать, пизда. Коктейль молотов, о, стрела. Коктейль молотов, окей, давай мы сейчас его вот так вот. Так ФБ спросил, пизда. Да хорош игра, блять, что? Какой 9 FPS, блять, что вот это? Я кинул просто коктейль Молотова. Блять, серьезно? 3 FPS, все. Вот эти вот, конечно, игры в раннем доступе всякие. Бля, какая-то игра там пиздатая была точно. Я залезал в ВКонтакт недавно, посмотрите, забыл. Где коротенькая, на полчасика, что все. А как ты в меню больше 60 FPS показываешь? У меня синхронизация включена. Причем это случилось четко, вот я кинул коктейль Молотова, пиздец, и все. Про что у нас была прошлая серия, я не помню уж. Ну, такого прям вот. Как ее можно назвать? 13-я, тем более. Я там, получается, зачищал город, да? Нет, город был уже там. Какие-то фермы, церковь.
На что столько времени ушло, серьезно? Ну, мы нашли череп, окей. В прошлой серии хотя бы нашли череп. Или он живой это был, я уже ничего не помню. Ну, игра, дай быстрее, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Видите, как сделали здесь, с одной стороны, безопасные зоны все так же две. Нет, подожди, одна получается, одна. Ну, из нее там выходы в разные стороны есть. Вот. Но при этом ты можешь спать вот в этих вот разных местах. То есть там враги какие-то респятся. Но зато ты можешь там отдыхать. Игра, дай загрузись уже. Как загружаешься, все, кого я убил, все живые и такие на меня. Она грузится пиздец долго. На моем компе, тем более, все должно грузиться в 10 раз лучше. Здесь графон не настолько прям пиздец, что все вот это... Ну давай, ёлы-палы. Так, крокодил, извини, что так вышло. Блять, ты хоть какой-нибудь попасть-то из этого говна можешь? Нет, объясни мне, да, зубы я не беру, все. Тоже. Пиздец, он вообще не выпадает, смотри. Сначала туда. Вот куда ты стреляешь, объясни. У меня сейчас прицел четко в его голову смотрит. А, он мертвый тут. Короче, косяк игры. Враг уже мертвый. Извините, я, пожалуй, здесь буду с дробовичком ходить. А где там предмет-то был, я не понимаю. Я все еще не понимаю, где там еще один предмет. Так, значит, ловкие пальцы, перезарядку дальнего стрелкового, сейчас, устойчивость к кислоте и огню, проваливается дальней боевой, это златоуст, это цена вообще мне нахер не нужно, эффект срабатывает на этом, рудный боеприпас. Давай мы сделаем, даже не знаю, ловкие пальцы, и что у меня останется, златоуст, нужно взять, нет, один антипохмелин, хладнокровие, о, давайте кровотечение я еще возьму, о. Ну и давай антипохмелин, ладно уж, просто чтобы... Я к тебе в стеночку-то впечатал. Не, ну зубы вот можно взять, зубы можно взять. Зубы толком места не занимают. Но опять же, тут ни хера нет. Это просто комната с врагами. Ничего не понял. Oh, good. Ammo. Видите, он башкой качает. Блять, скажите, пожалуйста, что я туда возвращаюсь. Очень, мне очень нужны проклятые предметы.
Если они прям вот так под водой, конечно, то... Блядь, здесь нихуя нет. Где вот этот предмет? Где вот этот предмет? Он с этой стороны, что ли, снаружи где-то все это? Но вот здесь я буквально, вот тут я был, тут нет нихера. Окей. Не думал, что здесь будет самая сложная задача. Думал, ну пещеры и пещеры. Причем она сложная, потому что как бы непонятно особо. Блять, игра заебала проседать. Хорош. Бала, тут прям лабиринт. Не выебывайся. Ну и прям реально что-то как-то вот в, этой, в этом месте как-то очень много закоулков, которые просто никуда не ведут. Просто закоулок какой-то. Ну ладно, сейчас, может, я приду к, все-таки хотя бы к одному предмету проклятому. Куда я его класть буду, правда, хуй знает. Ну ладно. Извини, ну все, пиявку тебя больше брать не буду. Так, все замечательно. Я ключ не взял. Слава богу. Что? А где, блядь, здесь? Что? Я ничего не понимаю. Ты реально наверху, что ли, все где-то? А нахер тогда здесь лазаю вообще? Сейчас вопрос, я смог... если вот я сейчас буду стоять вот здесь и выкину, ну, допустим, вот эту вот хуйню я выкину. О! Течка. Вот эти, значит, раз. Вот эти, значит, два. К чему они подходят, никто из нас не знает. Сам вашу здесь вот выяснил, что это просто нычка. Сюда шел-шел, блядь, я думал, что... That'll come in handy.
все, да? Я вообще не это, не того. Печаль, беда какая-то прям сильная. Be careful around here. Так, давай все продаем. Теперь, сюда. Да, я вижу, что я золотые пули выкинул, хер с ними, ладно. Окей. И аптечку тоже. Кстати, можно коктейльчик отсюда. Так, хорошо. А, это огненное. Угу. Все, косточек у меня всего две штуки, я больше брать их не буду. Бля, далековато, конечно, идти. Но я не понял, где там целых два проклятых предмета. То ли это просто лажа какая-то, и он один. И это три предполагаемых места, где они могут находиться. Ну так в теории могу представить, что там у него. Шляпа, башка его и револьвер, допустим. И он скажет, ну нам этого хватит. Чё, блядь? Чё, блядь, а ты какого хера тут забыл? Я же не умирал. А, умирал. Все, извини, мужик, пизжу. Я умирал и воскрешал, потом там просыпался в церкви. Да, все. Тихо. Я не хочу вообще с ними со всеми связываться, честно тебе скажу. Тихо, блядь. Идите отсюда нахер. Но по идее я же могу вот тут где-то пройти. Это у меня единственное остается предположение касательно того, где могут быть... Потому что я уже мимо двух предметов условно прошел, быть такого не может. Ладно, я допускаю, что я один где-то проебал и... Смотри, как много воскресло за одну смерть мою. Один проебал хорошо, это я могу себе представить. Но чтобы я проебал два практически подряд. Чего? А, это этот, господи. Я думал, здесь опять воскресли. Да и хер с ним. В принципе, вот тут рядышком, окей. Потому что, ну вот реально, вот я между ними стою, и где они тут? Только если где-то наверху. Так, получается. Но я там не все еще обследовал, там еще было куда сходить. С той стороны, видимо. Да, все, я вспомнил. А что я не подошел, не забрал? А, или все-таки все? Бля, походу все-таки все.
Не, ну окей, давайте чисто еще ради вот очистки совести здесь все посмотрим. Значит, просто нихера нет. Ну да. Механики сбивания предметов здесь нету. Блин, на кого-то куда-то еще можно сходить. Ну ладно. Обычно томагавка. Не, обычно я уже брать не буду. Время заканчивается вообще-то еще между... Оп. Так быстрее. Не знаю, не нравится мне здесь арбалет, он какой-то дурацкий абсолютно. Ну не абсолютно, я понимаю, в каких ситуациях он может быть, куда чего, но и ваншотит он опять же хорошо. Ну-ка уберись. Я знаю, что у меня кровотечение еще прокачалось. Но все равно. Ой, нет, пизда. Вот как сейчас можно было попасть. Ну, хотя вы видите, как он в крокодилов с него попадает. Ну-ка, секундочку. Все, у меня со всеми эффектами, кровотечение, у меня здоровье вообще не уменьшает. Вообще, я могу теперь эти перевязки вообще не тратить. Но я потрачу, чтобы у меня здоровье быстрее прибавилось. Но... Прикольно. Так, что тут у тебя вот золотишко, я заберу. Нет, зубы я забрал. Все. Can always do with some more bullets. Просто сейбер. Такая у меня уже есть. Нет, тебе это, в принципе, не понадобится, мужик. Так. Вижу патрончики. Да игра хорош, ты заебала. Ну кто вот меня видит? Блять, что ты мне мозг ебешь? А. Извините, пожалуйста. Ой. И вот конкретно в этот момент она решила чуть-чуть подвинуться, эта тварь. Ну что ты... Что вы за люди такие, я не знаю. Жи! А.
Ты сюда попасть что ли не можешь или что? Да ладно. Не, ну с этими пацанами надо это... Не экономить, короче, на их убийстве, потому что... Потому что... Так, что у нас... Так, это вот как... Где? А, кобура его. Окей, это какой предмет? Это вообще не там, где крестиком помечено! Понятно, это были обозначены входы, видимо, или вообще просто примерно зона. Ладно, окей. Ну давай, что? Че так? А, опять эти зубы. Ну, мы сейчас зачистим обратно. То есть, а подожди, а где пушка-то? Где томагавки? Я ж все облазал. Не, ну я уверен, что, наверное, где-то что-то я не нашел. Все-таки такая локация. Начинается. Так, записку сюда. Ты можешь его сюда положить? Блять, ну естественно, это же предмет для задания, поэтому я его не могу положить туда. Почему? Что изменится от того, что ты положишь туда предмет для задания? Я вот, честно, я в душе не ебу. Только это бред, если честно, абсолютно. Это тоже сюда положим. Так, сюда, сюда, закрыть. Мы искали здоровье на 30% на 240 секунд. Ну, ладно, я ее себе положу для коллекции в ящик и никогда не буду ей пользоваться. Просто потому, что нахер это надо. Только я уж хотел сказать, да хуй с тобой, просто так я выстрелю, чтобы хотя бы привлечь твое внимание, а он взял и развернулся. Whatever gets the jobs done. Что, простите? Sneaking is more efficient by 10%. Это что, что я этому приносил лекарство? Подожди, а типа это? А там написано насколько? Дай попробуем чисто, что бы нет. Красться проще. Ну-ка, давай. Че, серьезно? Она бессрочная? То есть пока не умрешь, как эффект? Нет, срочно. Просто чуть про эти сроки ничего в описании не написано. Обычно про все эти вещи пишут в описании. Ладно. Видимо, не в этот раз. Да, я заметил, как проще стало красться. Подожди, или не уменьшается она? Нет, мне, по-моему, уменьшается. Если что, я сейчас сникин. Так что... Это мы берем. Это нам надо. Ну да, вот здесь вот я не был уже. Здесь еще одна. Ну, здесь, в принципе, здесь довольно много чего еще не обследовано. А, крокодил. Тормози на секундочку.
Let's put these to good use. Rid this land of you. Не, походу он не пропадает. Ну, заебись, чё. Ещё кто-то там есть? Да пиздец вас тут. Как туда забраться? Ну, по-моему, сверху просто вниз, наоборот, спуститься. О! Это прям то, что мне сейчас очень, очень пригодится. Очень-очень пригодится. Ну да. Патронов прям реально, прям все. Патронов нету. Патронов нету. Good ammo. Это не те патроны. Да, она уменьшается. Патронов нету. Блять, как ты. Что ты такое? What are hell are you? Explain. Как говорили далеки. Explain. Explain. Так, ты иди нахер отсюда. Я сказал, иди нахер отсюда. Зубы 25. 8, да, иди нахер отсюда. Теперь. Уа-а-а-а. Get up, come on, get down with the sickness. Come on, get down with the sickness. Закрыть, иди нахер отсюда. Кто-то периодически делает попытки меня спалить, но мне ничего не выйдет. Так, Да. Смысл? О! Так. И так. О, чисто, блядь. Извините, пожалуйста. То есть еще два места, куда можно сходить, да вообще замечательно. Может, ты остановишься? Спасибо. Сука, я вот именно в этот момент эта тварь решила дернуть своей тупой башкой, блядь. Это где? Ключик. Второй-то где? Что, меня второй, хотел сказать, не увидел, что ли? Вот сюда зачем-то. Good ammo. Я же даже все эти штуки не собираю. Так, это я сейчас на выход иду? Нет, это я сейчас иду поспать. Кстати, про поспать у меня нету этой, да? Но про это я хотя бы смогу сюда сейчас портануться потом, чтобы не идти вот опять все это не делать. Ага. 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 Ничего не... Чё, оба загрелись? Угу.
меня. Какая-то круговая дорога здесь, что ли, или что? Мне показалось. Так, кровать у меня все еще не открыта, да? Ребят, мне бы кроватку. Че, блядь? Кто? Какая падла стреляла? Что, еще один здоровый? Возможно, голюны уже. Есть какое-то не очень место, честно говоря, для того, чтобы поспать. Прям скажем. Прям арена. Ну, поспать это, наверное, там наверху где-то. Блин, серебряный пульт надо бы забрать. Ой, ладно, это будет подольше, Серёги. Потому что пока мы до кровати не доберемся, я все. Ну и, наверное, 14-е будет последнее. Это 14-е, да? А, 14-е. 15-е, значит, будет последнее. Мне кажется, что для того, чтобы завалить финального босса, что-то еще понадобится сделать. Не просто так, кто скажет, ну а теперь иди, иди вали финального босса. Возможно, его вот... Я вот здесь сделал бы арену битвы с ним. Не вот там вот по лесам гоняться, а типа загнать его сюда и вот здесь вот биться с ним. Пиздец, золотых этих два патрона надо. Дурак, что ли, совсем. Что еще этот дробовик, ну, блядь? Здрасте. Righteous death. Там еще кто-то. Забрал тебя, но у меня уже места вообще нихуя нет. Да чё, даже под это место хочешь сказать? Да не, ну тут должно быть, ты чё, должно быть.
Ну хотя бы. Блять. Ой. Ебать колотить это. Stay down. Где кровать-то, ебаный в рот? Я бегаю кругами. Прям себя чувствую неуютно, я столько лута пропускаю. Да, где-то вот здесь, судя по всему. Капец, вот там, наверное. Капец, это где я? А, я здесь же не был, с этой стороны не раз. Опа, Виндиган. Виндиганюшка. Так, Виндиганюшка это у нас. А, у меня сейчас золотые патроны есть? Нет, в смысле? Так, блядь. Не на ту кнопку поставил, смотрю, что-то что за бред. Кажется, у них рога у тех, которые там жили, были более развесистые. Даже на ключку уже не хватает. Ну, честно говоря, здесь ключики не настолько часто прям нужны. Как я думал. Ну да. Да пиздец, вот всяких ходов разных. Все открылось, да? Да. А, так, теперь еще, значит, мы берем... Нет, не так. Вот так, вот так. Открыть, косточка, вернуться. Я сейчас, наверное, не буду сразу с ним разговаривать. Уж не дай бог, что-нибудь непоправимое, не дай бог, что-то случится. С другой стороны, типа, ну а что, мне уже и так... Сейчас, подожди. Так, так. Бухашка. Ой, еще динамитик, отлично. Так, тут у нас что? Это. Это. Вот, кстати, косточка возвращения появилась. Замечательно. Динамитик. Ты ж моя прелесть. Реально, для чего вот эти патроны, я до сих пор не могу понять. Я просто думаю, что может я все-таки найду там эту пушку. Найду эту пушку, пиздатую пушку. Давай сюда поставим динамит, пока сложим. Так, это вот сюда, это закрыть, это убрать. А, так, дробыш. Я думаю, можно вместо дробыша уже взять теперь пистик, потому что. В принципе. Ну-ка, мать, а у тебя есть? Once I saw anyone or any sure thing. Нету.
А, вот так, кстати. Вот так хотел сделать. Закрыть. А, зубы не все продал. Сюда. Are you really collect... Просто, ну елки-палки. Петушины эти. Так, все, из этого я выйду. Просто арбалет я еще не весь потратил. Ну, из-за взрывных парочки этих таскать, честно говоря, ну очень такое себе. Прям вот вообще очень такое себе. А, вот у меня еще один есть. Во, я ж помню, я еще где-то покупал. Все, окей. Так, давайте, значит, берем это на пятерку. А зачем это делают? Так, то есть я могу сделать себе дробыш и этот. Или лучше, чтобы у меня был револьвер и ближний. Давайте я пока сделаю себе, короче, вернись назад. Давай я уберу арбалет. Вот это все. Не знаю, арбалет мне не особо. Револьвер мне нравится гораздо больше. Я тебя вот сюда вот в угол запихнул. Теперь куриные головы мне будут нужны. Это будет нужно. Это будет нужно. Хрен с ним, они все занимают одинаковое количество слотов, поэтому буду просто их вот так вот всех сюда складывать. Так. И, соответственно, я возьму вот этот револьвер. Все. А ну как все, патрончики, патрончики. Патрончики, 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 патрончики. Вот это убрать. Слишком много патрончиков получается. Так, сейчас. Один. Два. Ну что, давайте в этой серии или в следующей. Даже не знаю. Ладно, давайте на этом закончим, раз мы здесь. Закончим, сейчас я туда перемещусь в начале следующей серии и там все дозачистим. А потом уже с черепом и со всем остальным будем разбираться. Вот так. Все, ссылки все в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее. И всем всего доброго и хорошей игры. Всем пока.